За что задержана? По подозрению в краже. Ну, расскажи, как было. Если честно, ничего не помню. Почему? Мы как, пили какую-то бодягу, не знаю, с канистра, что ли, откуда напился, в усмерть просто. Подозреваемый житель Калининградской области приехал в Сочи на заработки. Но, как оказалось, ранее неоднократно судимый мужчина, будучи в сильном опьянении, решил совершить кражу. Очевидцы рассказали полицейским, что ночью неизвестный пытался что-то закопать в снег на территории гостиницы. В указанном месте и были обнаружены сварочный аппарат и ноутбуки. А при дальнейшем разбирательстве выяснилось, что подозреваемый похитил у одного из постояльцев соседнего отеля кошелек с банковскими картами и 10 000 рублей. Данный гражданин украл 4 ноутбука, а также похитил кошелек из номера отеля. В настоящее время он признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание лишения свободы сроком до 6 лет.